Причина этого – это, конечно, выпадение доходов в связи с обрушившимися ценами на нефть, в связи с санкциями и необходимостью импортозамещения. Ну и, конечно, проблема дополнительных расходов, связанные с Крымом. У нас не было запланировано это. И, наверное, то, что касается санкций со стороны западных стран и ухода целого ряда инвесторов из России, которые сокращают производство, увольняют работников. И, так сказать, у нас продажи, допустим, в автомобильном бизнесе очень упали. Дорогостоящие товары упали, продажа жилья у нас сократилась, потому что люди боятся сегодня тратить большие суммы.